Алло, алло, всем добрый день. И вы снова на моей распаковке тафеля. Это последний тафель в этом уходящем 2023 году. Поехали. Первое хлебушек. А это слоеные булочки со шпинатом. Круассаны. Кстати, круассаны здесь и светлые, и темные. Сам булочки лишу, как круассаны. Дальше витаминный хлеб с картофелем и витаминами А и Е. Морковка, фитнес-хлеб. Вот такой черный хлеб. Рустикалис Рогис. Сейчас покажу. Нарезанный 500 грамм. Вот такой немецкий хлеб. Еще из хлеба светлые и темные булочки ассорти. Вот этот пакет стоит 30 центов. И хлеб за 30 центов. Вот такой. Мягкий. Как видите, у нас уже новогоднее настроение. Кухня оформлена. Ага, а за 1 евро, вот какая вкуснятина, рождественский калач. Вот, красавец. Но это еще не все, хлебушка еще дали 2 плюшки, булочки. С грецкими орехами. А это не знаю еще. Так, ну хлеб закончился. Теперь овощи, фрукты. А это сеточка апельсин. Сеточка мандарин. Сетка 3 хурмы и 4 яблока. Дальше. Корзиночка личи. Такой фрукт, африканский, наверное, который можно как яйцо почистить. Очень легко чистится. Внутри находится огромная косточка. Ой. Сок в разные стороны брызгает. И вот если его разрезать, внутри огромная косточка. А по вкусу напоминает виноград. Косточка не очень хорошо отделяется от мякоти. Вот внутри вот такая косточка. Мы уже продегустировали. Так, дальше голубика. 2 коробочки, разные производители, потому что с разных магазинов. Такое и вот такое лукошко. Корзиночка винограда. Фрукты, бананы. Все, теперь овощи. Это корзиночка, сеточка или как? Коктейльные помидоры. Лукошка.
и в сетке для салатов вот такой огромный сладкий перец. Ого! Вот такой. Три штуки больших. Такие мини паприка. Один гуркан. Два цукини. Один баклажан. И обычный репчатый лук. 5 штучек. А, еще вот сеточка картошки из овощей. Капуста. Айсберг. Салат. Это получается как салат айсберг. И салат трио. Получается, в одном контейнере посадили сразу 3. Вот он сразу идет в земле. И здесь 3 вида. Темный, кучерявый и зеленый кучерявый. Витамин. И 2 коробочки шампиньонов. Или замариную, или пожарим. Еще не решили. А еще сегодня давали биосахар. Это тростниковый рохрор цукор фирмы Альнатура. Впервые. Будем пробовать. На цвет он вот такой. Сейчас покажу. Тростниковый, значит, он такого цвета желтовато-коричневого. А на сладость? Я бы сказала, что менее сладкий, чем обычный сахар. Так что, если будет возможность, берите. Съедобный. Пакетик риса. И дальше пошла колбаса. Вот такая. Какая она, я не знаю. Давали в тафеле. Просто ложили в тележку. Что с ней делать, как ее готовить. Такая. А, вот таких одинаковых 2. Вот такая упаковка. Пфефер перцовая, с перцем, солями и ливерная, или как, не знаю, 200 грамм. И сыра, сыр фета, вот такой сыр. Сыр для пиццы, уже натертый на терочке. Сыр Филадельфия йогуртовый. Сыр рикотта. Ну и фишка сегодняшнего дня. Швейцарский сыр в такой упаковочке. И здесь он сразу с ножом. Надо вот так проткнуть серединку. Здесь есть специальная дырочка. И крутишь, как мельничка, нарезается сыр. Название вроде бы как перевели «голова монаха». Тут как раз монахи нарезают этот сыр. Был он в такой упаковочке. 400 грамм. Будем пробовать. Еще был сыр, ой, салат с тунцом. 2 баночки коктейльной креветок в соусе. И вот здесь йогурт всевозможные. Клубника, лесная ягода,
яблочный, сливовый, ванильный, сметана из пенни и буттермильк с цитроном. И сегодня был шампунь фирмы Фрош Алоэ Вера. Вот такая сегодняшняя моя предновогодняя закупка. Потратила я 20 евро Тафелю и всем сотрудникам Тафеля. Огромное спасибо. Всех с наступающим 2024 годом. В Германии основным праздником является Рождество, которое празднуют с 24 на 25 декабря. Называется Вайнахтен. Поэтому всех с наступающим Рождеством, мира, добра, всего самого доброго. А мы с вами встретимся на распаковке Тафеля уже в 2024 году. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео с удовольствием. Чус! В прошлый Тафель мы брали вот такую колбасу и попробуйте приготовить ее в микроволновке. Буквально на одну минуту. И колбаса получается как с гриля. Вундабар!